Здравствуйте, меня зовут Сергей Шумелов. Я рад вас всех приветствовать. Мой друг и товарищ по парте, в том числе, с которым мы много очень общались, он как раз-таки меня и познакомил с компанией, рассказав о возможностях и о том, что я могу дополнительно для себя зарабатывать. На самом деле решение было такое достаточно спонтанное, потому что на тот момент я не знал, чем себя занять, то я подумал, почему бы нет, и в какой-то момент принял для себя решение, что хочу зарабатывать деньги, используя этот бизнес. Первоначальный капитал я занял у друзей. В течение 2 месяцев я должен был вернуть эти деньги. Но я и вернул. Все, конечно, получилось. Самые приятные бонусы, когда я начал сначала путешествовать по городам, потом это начало получаться по странам. Я был очень счастлив, потому что одна из целей, почему я пришел сюда, это возможность больше путешествовать, меньше работать, больше зарабатывать, больше путешествовать. И эта мечта произошла благодаря компании Тиньши. Промо-акции, которые компания дарит за определенную работу, когда я получал там большой набор продукции. И я был действительно счастлив, потому что я в нем на тот момент нуждался. Больше всех меня поддерживает моя супруга. Где-то направляет, где-то исправляет. Я ей за это очень сильно благодарен. Самая большая сила, которую, к сожалению, упускают многие люди, это сила наставничества и сила наставников. Потому что именно благодаря этим людям ты можешь пройти тот путь, который они прошли, гораздо быстрее и совершить как можно меньше ошибок. Самая сильная мечта, который у меня есть, это в определенный момент перестать работать и просто путешествовать по разным странам. Я благодарен сам себе за то, что именно выбрал именно эту компанию, а не какую-нибудь американскую, либо какую-то европейскую, потому что китайская компания, которая на сегодняшний день работает там более чем 100 с лишним стран мира, действительно позволяет компании Тиньши еще гораздо быстрее развиваться. И именно этот бизнес дает такую возможность, и эта мечта произошла благодаря компании Тиньши.